где Кайли? Добрых снов, Клео! Добрых снов, Пинг-Пон! Добрых снов, Рамона! Добрых снов, Осьминожка! Шш! И спокойной ночи мне! Во что поиграем сегодня? Я хочу еще поспать. Мне не давало уснуть страшное чудовище. Чудовище? У нас? Угу. И теперь я боюсь уснуть. Похоже чудовище. На змею. Вот с таким вот ртом. А, и с рогами. Как страшно. Готовься, чудовище. Теперь мы будем пугать тебя. Нам нужна коробка с нитками. Я зайду, я старше всех. Ладно, пойдемте вместе со мной. Очень боюсь темноты. Никогда не знаешь, что там. Если ты не знаешь, ты чего боишься? Мы его очень сильно напугаем. Я напугаю его блестками и... Эй! Отстань от меня! Не бегай за мной! Чудовище не знает, с кем связалась. Делать отпугивающую чудовищ пижаму классно! Чудовище, пугайся! А, чудовище!
Смотри, вот твое чудовище. Фух, спасены. Наконец-то мы сможем выспаться. Да, Кайли? Кажется, кое-кто больше не боится. И теперь я знаю, кем я хочу стать. Модельером. Музыку. Не хмурься, иди сюда. И не вздумай переключать песню. Инструменты. Ты играешь совсем плохо. Thank you.
Поиграем в такт призраку. Я не сдал физкультуру. Не понимаю. Это нечестно. Может, это и честно. Поэтому ты должен сыграть с нами вышибалы. Хочешь сдать физкультуру? Нужно тренироваться. Хорошо. А что за вышибалы? Все очень просто. Тебе нужно лишь уворачиваться, ловить и бросать мяч. Как Кукин. Уворачивайся. Лови. Кидай! Уворачивайся, Пепе! Я не был готов, но теперь готов. Хорошо, сейчас узнаем, чему ты научился. Все ясно, все просто. Смотри и учись. Уклоняйся! А! Ой! Ай! 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 Лови! Ловлю! А! Почти. Ну, уверена, бросать у тебя получится. Приготовьтесь! Ну, почти. Почти. Почти получилось. Почти. В следующий раз получится. Кукин! Фу. Ты, кажется, не очень любишь спортивные игры. Я всегда проигрываю. Скорее, цумкупанду! Гантели, кроссовки, свисток! А, ты меня напугала! Пора тебе собраться! Время тренировки! Он точно сдаст физкультуру! Пробеги путь как можно скорее, чтобы стать быстрее! Теперь ты. Следующее упражнение – прыжки. Оно совсем простое, попробуй. А теперь канат. Лезь, как обезьянка. Вперед, Пепе. Твоя очередь. Старайся сильнее, и все получится. Я больше не могу.
Я сдаюсь. Я никогда не сдам физкультуру. Никогда не говори никогда. Ему нужно продолжать тренировки, чтобы сдать. 10 кругов по саду. Быть тренером классно. Неплохо, а? Я победил во всех гонках, преодолел все препятствия и сдал все тесты. Я неплохо справился. По крайней мере, на уроке физкультуры. Ух ты, как ты поймал! Да, и все благодаря вам. Готовы поиграть? Что ж, попробуй поймать это. Как классно! Пеппа сдал физкультуру. И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Тренером! Эй, нечестно! Мы еще не начали! С этим нужно очень осторожно. Что? Верни на место. Никому нельзя это трогать. Ты собираешь робота? Это мой научный проект, и я должен завершить его сегодня. Что ж, мы поможем тебе. Нет, это мой робот, и только я знаю, как его собрать. Кукин? А? Видишь, мы тоже можем собирать крутых роботов. Да, мы тебе поможем. Нет, не можете. Да, мы можем. Пойдем собирать своего робота. Да ладно, это не так трудно. Робот! Да, такой классный робот. Вы просто склеили банки. Вот, что такое робот. Это робот. У него антенна. Нет, мой робот. Как мне его теперь починить? Нет, так нечестно. Он даже не выполнил свою миссию, и я не успею собрать его вовремя. Отвертка, ключ, молоток. Мы поможем Теду починить его робота. Да, но... Да! Как классно! Стол безумного ученого! Это сюда? Да, но аккуратнее, потому что... Ух ты! Это будет самый крутой робот в мире! Подожди, мы сделаем самого крутого робота, и он будет летать! Нет! Большой робот! Достаточно! Сделаем, как на чертеже. Нужно закончить его сегодня. Да! Делать робота
классно! И у нас нет времени на другого. Ура! А ракетка нам для чего нужна? Увидишь. Пинг-понг! Всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Строителем роботов. Да, вот так. Моя очередь. Никогда не видела эту дверь раньше. Пепе? Я тут! Заходите! Тут здорово! Мяч! Да заходите! Сумку-панду. Шлемы, фонарики, термосы. Мы вернем Пепе обратно. Пепе, где ты? Эй! Привет! Привет! Это Эхо? Я не Эхо, я Пепе! Я Пепе! Я Пепе! Пепе! Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Мяч! Ты
Хотя нет. Пепе! Давайте сюда! Тут здорово! Мяч! Сокровища! Сокровища? Сокровища? Ух ты! Я потеряла их прошлым летом! Что они здесь делают? Мяч! Это не мяч! Ребята! Вы должны это увидеть! Yeah.
нравится этот день рождения. Не грусти, мы все равно сможем повеселиться. Нет, без торта нельзя, я не задую свои 3 свечки. Скорее, сумку-панду! Шапка, венчик, тарелка! Нельзя справлять день рождения без торта! Я лишь хотела задуть свои 3 свечки. Поэтому мы и приготовим лучший торт в мире! Эй, это наша мука! Нужно взбивать крем, пока он не станет как снег. Взбивай! Днем рождения тебя! Это же не микрофон! Смотри! Фу, похоже на козявку. Эй, это мой день рождения. Я тоже хочу поиграть. Драка едой. Эй. Это правда. Пора его приготовить. Быть кондитером классно. Это очень-очень здорово! И на нем 3 свечки! Спасибо, спасибо! Давай, задуй свечи! Хочешь помочь мне задуть? 1, 2 и... Какой хороший день! И здорово то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Кондитером! Для драконов. Эй! Пойдемте играть на улицу. Чур, я первая на горку. Чур, я на качелях. Последний тухлое яйцо. Ух ты! Цветочки. Много. Красота, везде цветы. Но у нас там игровая площадка. Вы не пройдете.
цвете. Но как тут оказались все эти цветы? Но что же нам теперь делать? А что, если мы высоко прыгнем? Нет, мы можем затоптать маленькие цветочки. Я придумала! Мы воспользуемся шариками. Нет! Нам нужно во двор, любой ценой. Полетели! Хорошо. Пожалуй, мне надо еще подумать. Не прыгать по цветочкам. Скорее, сумку-панду. План, линейки, молотки. Мы сделаем. Построим мост? Серьезно? И ты его нарисуешь. И так мы окажемся на другой стороне. Да! Нам нужно много досок. Пойдем за ними. Но не наступать на цветочки. Нашла их? Осторожно! Ох ты! У нас уже достаточно! Замата! Как классно! И теперь я знаю, кем я хочу стать! Инженером!
Ух ты! Афиша для школьной пьесы Мэри выглядит так классно! Акриловое подкрепление прибыло. Ура! Краска! Давайте рисовать скорее, пока Мэри не вернулась с репетиции. Я нарисую цветочки. Можно это будут ромашки? Конечно, да. А тюльпаны? Да, тюльпаны тоже. А розы? Да. И фиалки? Ты можешь нарисовать все, что захочешь. Здорово! Рисовать классно! Да, рисовать! Что? Кукин не валяшка! Нет, ничего не выходит. Давай еще раз. Нет, могу. Ну, хотя бы это оригинальная обувь. Толкай сильнее. И Мэри одета в прекрасное платье из коллекции «Звезда самой лучшей школьной пьесы». Да что там карьера? Моя жизнь, а мне лишь 6. Успокойся и посмотри с другой стороны. Синий подходит к твоему платью. Пьеса сегодня вечером, а мои платья и волосы все синие. Кем я теперь буду? Облаком? Смурфеткой? Понимаешь, о чем я? Мое будущее только что утонуло в банке краски. Да, неприятно получилось, но мы все исправим. Скорее, стул! Что ты собираешься делать? Доверься мне! Ух ты! Добро пожаловать в салон красоты Клео! Салон красоты Клео и Кукина. Воды, пожалуйста. Вода не горячая? Будем считать, что нет. Мэм, желаете еще что-нибудь? Я бы не отказалась почитать. Отличная идея! Настоящий салон красоты! А здесь зеленый. Прекрасно, но желтый лучше. Зеленый. Желтый. Зеленый. Пусть будет розовый. Грязно. Грязно, 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 грязно. Готово. Эй. Ой, твои волосы так запутаны. Кондиционер, пожалуйста. И тюльпан. Тюльпан. Эй, рисуй на афише. Ты серьезно? Я так даже в магазин не смогу пойти. Наш самый требовательный клиент.
Надеюсь, это вам понравится. Но я выгляжу так красиво. Делать людей счастливыми классно. Смотри. Что? Ко мне пришел фанат? Вы нарисовали мне афишу. Она чудесная. Есть идея. Готово. Спасибо, вы мои лучшие фанаты. А вы знаете, что лучше всего? Теперь я знаю, кем я хочу стать. Парикмахером. Нет. Хочешь поиграть в пинг-понг? Мы играем пару на пару. Конечно, но я хочу найти свою книгу. Она должна быть где-то здесь. Хорошо, приходи, когда найдешь, а мы пока разомнемся. Дино! Эй, Тете, мне очень нужна твоя помощь. Тете? Можно взять зеленый фломастер? Да! У-ху! Вот так! Должно быть, это лучший динозавр в мире! Нет, Дино мой, только я могу с ним играть. Дино? Дино? Ладно, но будь с ним осторожен. Где Дино? Нет! Что происходит? Он закопал Дино! Это кошмар! Я больше не смогу с ним поиграть! Сумку панду. Лопатка, кирка, кисть. Мы раскопаем сад и найдем Дино. Но придется столько копать. О, да ладно, это будет весело. Это не Дино. Нет, это зуб настоящего динозавра. Не может быть. Он выглядит точно, как в моих книгах. Я думаю, он был большим. Судя по размеру зуба, он был немного меньше. Постой, а что, если это зуб пирата? Но это бессмысленно. А если это зуб маленького-миленького кролика? Ребята, у нас в саду может быть закопан целый динозавр. И правда. О, это интересно. Он примерно такого размера, более или менее. Это может быть стегозавр или велоцираптор. Давайте копать дальше. Искать динозавров классно. Дино!
Дино? Дино! Не только мы в восхищении. Дино! Мне было так интересно, что я забыла тебе. Какой отличный день! И теперь я знаю, кем я хочу стать. Палеонтологом! Четыре, пять, шесть... Не смотри, так нечестно. 11. Девятнадцать, 20. Я иду искать. Где же вы? Вы здесь? Попался! Я победила, победила! Нет. Да ладно, ты можешь победить. Еще раз. 19, 20. Я иду искать. Я иду искать. Нет, хватит. Не сердись. Ты проигрывал не так часто. Ладно, ты проигрывал все разы. Мы не можем так играть. Нужно остановить икоту. Знаю, как делает бабушка. Чтобы перестать икать, она задерживает дыхание. Это должно сработать. Лизни лимон. Попей воды вверх ногами. Нет! Это плохо. Но не переживай, мы избавимся от нее. Пора играть. Скорее, сумку-панду. Когти, клыки, страшные голоса. Мягкий. Мягкий? Нет, я страшный. Мягкий. Ты должен испугаться, что перестать икать. Пугайся! Бу! Мы так никого никогда не напугаем. Ты скоро избавишься от нее, потому что мы тебя так напугаем. Я знаю, что не так. Нужно быть актерами. Готово. Раз, два и... Кажется, мы так и не поняли, что значит напугать. Этим и занимаются актеры. Репетируй, пока не станешь страшным. Кле... О...
Это был ты? Да, самый страшный монстр. Но ты все еще икаешь. Не переживай, мы избавимся от икоты. Быть монстром классно! Быть монстром! Хотя мы до сих пор не избавились от твоей икоты. Минуточку! Получается, это Рамона икала? Все это время это была она? Рамона! Ты нас здорово провел! И мы, наконец, избавили тебя от икоты. Она перешла к тебе! Нет! Чудовище! Чудовище может решить любую проблему! И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу быть! Монстром!